Податковая служба нагадывает про термины уплаты сбору згодно с третьим декретом президента. И он тычется предухиления социального утримальництва. Как проинформировать населения, специалисты инспекции Кастрычинского района Могилева вышли на улицы города. Допомагали им активисты громадского объединения «Беларусь». Листовки с информацией раздавали у шматлюдных местах. Каля гандлевых центров и мини-рынка згодно декрета. Отповедный сбор повинны оплачивать громадяне, которые не принимали удел у финансовании державных расходов, а так само те, кто удельничал у финансовании названных расходов меньше за 183 календарные дни. Отповедный сбор зараз складает 3 миллиона 600 тысяч рублей. Специалисты тлумачат так само и про махчимость отримать 10% льготу при этой выплате. Для этого необходимо гражданам по месту регистрации в налоговую инспекцию предоставить уведомление о неучастии в финансировании государственных расходов, либо участие в данных расходах менее 183 календарных дней, не позднее 31 мая. У гэтым выпадку сбор необходимо платить до 1 липеня 2016 года. У выніку ён складе 3 миллиона 240 тысяч рублей.